зажать и выбрать. Эмоционально. А, у меня пусто, просто у меня одной нет. Ну, можешь слова поставить, которую тебе дали. Я теперь могу, да. Плюс автоматически внизу в отдельных кружочках, когда ты делаешь, типа, First Blood там, или когда игра заканчивается. А, понял, поставить. Спасибо. Они сами будут юзаться. Долго ищется. Хуёво отыграли? Очень. Найдено. Ой, не хочу. Макс, хочешь поменяться? Кого? Лёш, хочешь поменяться? Она сложная. Ну как, она легкая, но в то же время она очень... Нажимай обмен. Так а я не играл ни разу за нее. Не, хочешь? Да, ладно, давай поменяем. Не, уже не надо. Да ладно, давай, давай, попробуй. Да я из-за этого тоже не играл. Я могу Нуну взять, если хочешь. Или древний. Не-не-не. У нас танка нет, я беру древний. Блин, выиграй или... Кого хочешь? Короче, Лёша, она очень легко рассыпается, тебе надо держать дистанцию. Вот, а третий скилл, это на Е у тебя получается. Ты фигач, типа башни, либо край карты, и у тебя она, ну, персонаж будет станется твой. Не твой, а в кого ты фиганул, короче, этот скилл. Сейчас почитаю. Против нас жесть. Опять. Мне чисто дали, это Мила Йовович из Ультрафиолет. Я вспомнил недавно про этот фильм, потому что я смотрел это, я сейчас забыл про него уже. Недавно просто видео, где чуваки обсуждают спецэффекты, обсуждали какие-то там говняные спецэффекты, даже на то время чисто дешманские. Да хоть я нет, не знаю, мне казалось на то время, что пиздато там все. Не, они там, мне кажется, сцены... через призму сейчасшнего уже времени смотрят. Не, не, они аж, они, не, они же все это, ну... Ими, ну, учитывают. Они там 1926 года есть фильм. Просто, где... просто когда тот фильм вышел, я его увидел, мне показалось, что ебать, там так все классно сделано, нарисовано. Не, да, там есть. Прикольные. Но в то же время есть такие косяки, типа, они в одних сценах сделали все охеренно. И такое ощущение, что там просто работали над разными эти разные люди, и поэтому в одних сценах все четко, а в других вообще говнян. Я не помню, что именно там. Короче, такие типа детские ошибки среди этих видеодизайнеров. Да такое везде есть, ты даже в этом, Человек-паук, вторая часть, когда вышла, да, там да. Видно хромакей, короче, например, хуёво сделан. Да. Ну там часто, да, там когда в конце почти сам, когда они на мосту там, типа, разговаривали, видно было, типа, их ауры вот эти вот. Да. Ну там, типа, да, там вся хуйня сводится, что у них времени просто нет. Так что сейчас даже в дорогом, очень дорогом кино есть такая хуйня. Ну да. Не, они обсуждали, да, даже в этом есть, блин, где же, ну, кажется, тоже в каком-то известном фильме, я уже не помню. И там один кадр, ну, там на долю секунды просто он исчезает, типа, не прорендерился, что ли, или еще что-то, никто не заметил, даже когда проверяли, ну, естественно, блин. Или, блядь, это финальная битва в Эндгейме, когда они полетели после слов Капитана Америки. Такое ощущение, что они летят чисто на тросах. Убого сделано как-то, не знаю. Точнее, они как бы и так на тросах летели, но это прям очень палилось.